Скажите, пожалуйста, я слышал, что человек, который не сделал обрезание, его шахада не принимается. Разъясните, так это или нет? Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Обрезание, более правильное мнение для мужчин, является обязательным. Но это ничем не связывает, что человек может стать мусульманином без обрезания тоже. Если человек ислам принял, шахада произнес, он уже мусульманин. А если он обрезание сделал, он грешный, грех за это. Но это ничем не влияет, что этот человек ислам принял или не принял. Он мусульманин или не мусульман, это не влияет на это. Если он не сделал. Если он обрезание не сделал, да, грех он не сделал, оставил он это. Но это не означает, что он его шахада не принимается. Имеется в виду шахада там, свидетельство не принимается. Что он свидетельствует, что ислам зашел, этого не принимается. Есть такие слухи, люди говорят. Но такого человека и свидетельствует, он мусульманин, но он грешный человек, но он остается мусульманином. Это не влияет, что зайти человек в ислам или выйти из ислама. То есть это не является препятствием? Нет, это не препятствие. Ислам шахада дал, ашхаду ля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммад Расулуллах, автоматически человек становится мусульманином. После этого, если он продолжит и доказывает, что он мусульманин, молиться начал и продолжил, что ислам он мусульманин, если не продолжил, оставил религию Аллаха, он становится муртадом. Но кто свидетельствует ля илляха илляллах, он остается, становится мусульманином, Аллаху а'лям.